номером 18К. Понимаете, говорите, что робот, почему ты снимаешь с новым моего прекрасным, типа там такого, что-то такое. Ну, ребята, я хочу снять моим прекрасным, потому что я так решил. Да, я хочу снять моим прекрасным. Очень хочу, очень. Короче, ребята, я начну ролик через раз, два, три. Начинаем. Значит, забудьте подписаться и поставить лайк. Ну и мы начинаем. Да, ребята, вот мы начали. Короче, ребята, я начал ролик. Так, ребята, а чё мы... Да, ребята, вы помните, прошлой серии, что было, блин? Скибидишник, блин, вчера до нас напал. Да, блин, напал. Хотя, я почему тебе ещё так пасть открыть ещё так? Они дышать тяжело. Там по мигату поехали. А ты без тебя надоел кого-то? Спитам по мигату поехали. Знаешь, да откуда мой голос знаешь? А я узнал. Короче, а куда мы теперь пойдем? Давайте, ребята. Короче, мы пошли домой. Нам нечего делать. Я тоже пошел домой. Короче, пошлите домой. Ладно, хоккей лайки, кейкрок, Мисси, Челс Робокс и Фредди, идите к себе домой. Но мы пошли. Ребята, пошлите. Так, что можно сделать? Стоп, кто там? Короче, камерамен, а вы покажете свою лабораторию, или когда в ней не был? Ну ладно, ок, пошлите. Это что, ваша лаборатория? Чё она такая, блин, мелкая, а? Какая? Ага, а твоя-то какая? Да она у меня больше ваша, а? Чё у вас такая маленькая лаборатория? Ой, тут только класс ваш ученый и вот этот пильник, что ли? Да, типа. Камерамен, да, вы как-то пообщались. Да, а я упал. Сейчас. Там, камерамен, вы как-то обомшались как-то очень жестко. Да, потому что, блин, Питер нас прям в банку занес, все. Вот теперь мы такие, блин, бомжи. У нас второй этаж, блин, надо его сделать, потому что его тоже Питер разнес. Где, блин, ваш второй этаж? О, сейчас мы вторым этажом, он у нас развален. Ну, что поделать-то? Он-то у нас развален. А кто, кстати, я слышу, будто бы кто-то летит. Он, кажется, сюда пробрался. Осторожно, прикрепляется стена сейчас ею своей шепотностью. Он, кажется, это... Стоп, а что он делает? Он, кажется, вперед и выхватывает. Кажется, потолок. А, ребята, нет. Спикер выхватывает потолок. Короче, я повторяю, спикер выхватывает потолок. Потолок? Офигеть, он его выхватил. Ё-моё, ребята, убегаем. Он нас сейчас шахнет. Спикер! Он нас шахнуть хочет. У него, кажется, сейчас это получится. У него рука не полезает. Сейчас ай-яй, он шахнул, нет, нет, живой, я, короче, бегу, все, отсюда бегу, камерамен, быстрее беги. Нет, пила, короче, мне тоже пора, кажется, все, я пошел, все, я тоже бегу, все, выходим, все, она минус тоже со мной, быстрее, она минус, я проломаю стены. Погнали быстрее же, чего тормозите-то? Она мимо, ты чего тормозишь? Чтобы ты, блин, тормозила на мимо. Она мимо, блин, давай же быстрее. Беги, спикер, блин.
блин, напал. Так можно? А, знаешь, позову титана камерамена. Где все? Где они все? О, все, камерамен титан прилетел. Ты что всех обижаешь? Я же маленький, но зато сильнее тебя. А ну на получал. О, дрыл сильный. Я только с прокачки вышел. Конечно, не выключишь прокачку, но ну ладно. О, не буду. На, получай. На, блин, на. На. Чего он эпично его разваливает? Вау. Молодец. Камерамен. Как же больно. Ладно, я тебе сейчас пушку. Ой-ой, кажется, сразу я накинусь. Не надо, дядя. Надо, блин. Что, тебе тоже не должен сделать? На, блин. На, двумя руками. А, все. А, нет, моя колонка. Канас, а ну. А, нет. Ай-яй. Он как раз спал. А, нет. Шкибиди. Офигеть, какой у него скибиди. Молодец, камерамен, ты его разбил. Yes. Блин, теперь спикера нету. Титана. Ну ладно, ничего такого. Шкиби. Ай-яй-яй, еще он такой быстрый. А, ты титан меня подкинул. А, шкиби. Ребята, короче, сейчас все станет почище. Так, это все уберется. Вот, все. Yes, спасибо, камерамен. А куда он летел? Блин, нашего ученого убили. Знаете что? Блин, а весь в крови. Погодите, кто летит? Кто-то едет, Салим. А, нет, это скибиди туалет. Трошки беди, топ, я съешь, скибиди, далее, иди. Может, он ничего с обикалив оборудован? Шкибиди. Там, кажется, лаборатория. Ребята, это мы наверху. Я тут ищу подписок и 1000 лайков. Думаю, в следующей серии мы сойдем в эту лабораторию. Короче, ребята, кому нравится ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну и всем, ребята, до скорых встреч.